Танцуют все! Знаменитая фраза «танцуют все» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» со всей смелостью может стать лозунгом Всемирного дня танца. Этот праздник отмечают поклонники самых разных танцевальных стилей. И в Азербайджане, где музыку и танец любит каждый, буквально с самого детства этот день, конечно, не остается без внимания. В столице Азербайджана и в его регионах чемпионаты по танцам стали уже доброй традицией. В них участвуют абсолютно все, вне зависимости от возраста. Также функционируют различные школы танцев, где обучают национальным танцам, латино, хип-хопу, брейк-дансу, модерну и другим. Стиль модерн – это современная интерпретация классического балета. Она прошла уже довольно-таки много стадий, до того, что уже сегодня называется contemporary. И лично мое мнение, что это, в принципе, самый интересный вид танца. Почему? Главная оценка здесь – самовыражение. Брейкданс – это такой танец, который, в принципе, не придуман сам, с которого были взяты сразу с кунг-фу, с акробатики, там, с национальных танцев, были взяты все движения и использованы в брейкдансе. Тем самым он придуман. Но если вы используете, например, вращательный элемент, он, естественно, требует физическую подготовку. Если вы используете больше танцы, вам нужен больше слух. Всемирный день танца был установлен Международным советом танца в 1982 году. Дату проведения праздника предложил артист балета, хореограф Петр Гусев в память о родившемся 29 апреля 1727 года французском балетмейстере, реформаторе и теоретике балета Жанне Жорже Новере, которого называют отцом современного балета. Международный день танца призван объединить все танцевальные направления, показать способность преодоления искусством культурных, политических и этнических границ. Как говорят известные хореографы, танец – это пульс, сердцебиение, дыхание и ритм жизни. Это выражение во времени, в движении, в счастье, радости, грусти и зависти. Танцевать – значит быть вне себя, быть больше, более могущественным, более прекрасным. Язык танца понятен каждому из нас, независимо от пола, возраста и национальности. Михрибан Касумова, CBC.